Владимир Путин подписал закон о повышении налога до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 и больше миллионов рублей. Это касается доходов, связанных с трудовой деятельностью, в том числе зарплаты и дивидендов. Налог составит 650 тысяч рублей плюс 15% от части доходов свыше 5 миллионов. Для остальных граждан ставка останется по-прежнему 13%. Повышение налоговой ставки повлечет за собой увеличение налогов уже в 2021 году в размере 60 миллиардов рублей, а всего в ближайшие 3 года принесет почти 190 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на лечение детей с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, то есть редкими.